Привет всем, друзья! С вами Колян и юный помощник Костян. У нас чемпионат Европы, продвижение. Греция против Казахстана 21 числа в 20:45 состоится эта игра. Ну и, юный друг, как думаешь, кто победит, Греция или Казахстан? Казахстан. Казахстан, говорит, победит. И знаете, я не удивлюсь, если Казахстан победит. Правда, на Казахстан почему-то букмекеры дают очень большой коэффициент, аж 8,8. Ну, для меня это слишком очень большой коэффициент. Казахстан играет отлично, хорошо, даже вспомнить победы над Данией 3-2, Северную Ирландию 1-0 обыграли, Финляндию 2-1 обыгрывали. Последний матч обыграли Туркменистан, это была товарищеская, игра с счетом 2-0. Греция сыграла с Францией 2-2 последний матч. Кстати, в этом продвижении победители этой пары будут играть с победителем пары Грузия-Люксембург. Ну а мысль, друзья, простая. Все-таки да, матч будет интересный, все борются за выход на чемпионат Европы. Но я думаю, здесь обе команды забьют, игра с одного матча состоится, не будет ответных игр. В общем, Греция, Казахстан обе забьют за 2,6. Казахстан, можно взять просто то, что Казахстан забьет. Я думаю, здесь Казахстан смело должен забить гол, потому что команда показывает хороший футбол. А Костян показывает, что у него нет зубов передних. Потому что много конфет ешь. Все, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.